Ну что, добрый день всем еще раз. У микрофона друг, это студия Игрокам ТВ. И мы начинаем трансляцию второго матча между командами Ньюби и коллективом Vici Gaming. На данный момент Vici Gaming выигрывает у команды Ньюби. То есть было это еще в том году, но сейчас, собственно, смотрим назад и пытаемся понять, как это Ньюби так быстренько справились с командой Vici Gaming. Это та команда, которая, кстати, топ-1 считается на данный момент в 2015 году, потому что Ньюби после своей победы где-то да подслились. XiaoWeight у нас команду Ньюби достаточно быстренько так покинул, не прошло и полгода. Понял, что в команде Ньюби мало что светит, и отправился в LGD. И отправился в LGD, кстати, по слухам, которые в прессе публиковались, за баснословные просто деньги, которые в мире доты и в мире вообще киберспорта просто не озвучивались. Цифры, правда, астрономические. Шла речь о 800 тысячах долларов, если не ошибаюсь. Примерно во столько команда LGD оценила игрока и капитана команды Ньюби. Чтобы забрать его себе назначить капитаном и бахнуть все-таки следующий International, который, возможно, того и стоит. Если купить, например, XiaoWeight за 800, а потом выиграть, например, 6-7 миллионов, ну почему бы и нет, математика очень простая. Я думаю, что даже гуманитарии поймут, что вложение более чем адекватное. Ну, XiaoWeight свою команду организовал на победу тут на 5 с плюсом. Я думаю, вы это увидите и по пику, и по реализации этого пика. На данный момент Ньюби забирают себе алхимика, берут его первым пиком и будут использовать его, я даже не помню, каким образом. Вполне может быть, что на алхимике в мидлейн кто-нибудь отправится, а может быть, кстати, алхимик у нас будет выполнять роль саппорта. Acid Spray свое дело делал. Файтиться под Acid Spray на ранних левелах, на ранних минутах было невероятно сложно, и команда Ньюби это понимала. Они там заплевали вайпером, они забросали всех acid спреями и прочей ерундой, мощной и сильной, и дамажащей на ранних левелах, ну, прилично так. Ну и плюс все раскасты, плюс все, что использовалось командой Ньюби для достижения своей цели на ранних минутах, все это, в общем-то, вылилось в их победу, и победа достаточно уверена. А команда Ньюби забирает также себе Brewmaster Ancient Operation, тоже герои, которые на ранних левелах могут файтиться без артефактов. Brewmaster артефакты на ранних левелах не нужны, Dagger разве что это единственное, от чего зависит Брю на первых минутах. И то Dagger нужен, если драка у нас затягивается надолго, если игра планируется длительно, и Брю приходится врываться и дальнейшие себе артефакты зарабатывать. Если игра заканчивается так, как ее заканчивали игроки команды Ньюби, то можно и без них обойтись. Primal Split и поехали. Ancient Operation — та же история. Просто Ice Blast от Ancient Operation, удачно залетевший, решает большинство вопросов. А там алхимик, там вивер со свормами, там все-все-все, и все это достаточно быстро расковыривает соперника. Команда Vici Gaming забирает себе Skyros Мага, Вайпера, Nature's Prophet и Sand King'а, берет себе четвертым пиком. Ну, наличие Skyros Мага тоже, в принципе, раннюю агрессию от Vici Gaming предполагает. Вайпер тоже. Ну, смотрите, герои те, которые сильны сами по себе. То есть я смотрю на каждого и понимаю, что каждому тут, в общем-то, и без артефактов можно файтиться, и будет это неплохо. Сэнкинг просто должен вкастовать хороший ульт, Skyros Маг, естественно. Вообще у нас без артефактов может 50 минут бегать, и не проблема. Мистик Флеер — это Мистик Флеер, для него артефакты не нужны. Понятно, что и Concussive Shot, и все-все-все, что он может раздавать, все это без артефактов тоже летит. Безусловно, легко и просто. Иногда даже просто одной кнопкой. Я уже молчу об этом. Что можно даже мышью не клацать, чтобы Skyros Маг, например, запустил полезную штучку через всю карту на своих оппонентов. Вайпер, естественно, тоже в артефактах нуждается постольку поскольку. Вот. Ну и Corrosive Skin свое дело делает. Вайпер Страйк и нейротоксин. Он не зависим от артефактов. Nature's Prophet тоже через энтов может свои вещи делать. Ну, короче говоря, такие, знаете, герои, герои автономии в рамках доты. И команда Vici Gaming и команда Ньюби, как по мне, пришли к гранд-финалу в одном и том же стиле. То есть получилось как? Получилось со стороны команды Ньюби так, что мое кунг-фу сильнее, чем твое.
Вот и только поэтому они просто превзошли команду Vici Gaming в вопросах раннего пуша, кроме ранней реализации своих героев, и тем самым быстренько так справились в гранд-финале со своими оппонентами. Ну, немного совсем остается времени. Ньюби банят у нас Веномансера. Банят сейчас, в следующей игре, по-моему, заберут себе сами его. Вот, просто не хотели бы Vici Gaming отдавать этого героя. И забирают себе Шейкера. Забирают себе Шейкера. Ну и Vici Gaming забанили Тайдхантера пятым пиком. Забанили, кстати, помимо Тайдхантера, еще и Клокверка. Забанили Дума. То есть Ксяоэйд, по идее, здесь играть вообще не должен никем и ничем. Без него должны были... Ну, то есть забанили всех важных героев для этого игрока. Ну, команда Ньюби, что тут касательно Рутике, забанила. Ну, так особенно, в принципе, ничего. Ну, разве что Веномансер у Рутике заходил на 5 с плюсом. Например, даже против ЕГЭ команды там, безусловно, на ура прошел Веник. Ну, здесь забанили Веника. Ну, и Морфлинг забирает этого героя. Игроки команды Вичи в такой олдскул доту на тот момент, где-то к 2013-2012. Мы больше приближаемся, где... Китай на Морфлинге выфармливал небывалое просто небывалое количество денег и закупался невероятными артефактами. Такая вот мощнейшая фигура. Но до этого момента Vici Gaming в принципе не доживут в этой игре, во второй игре в рамках гранд-финала. Гораздо раньше для них все закончится. FY забирает себе Скайра Смага. Супер будет играть на Вайпере. Фенрир будет играть на Сенкинге. Сайлор берет себе Морфлинга и... Так, Nature's Profit у нас для Рутике в составе команды Vici Gaming. Что касается Ньюби, Саншенко — это саппорт Алхимик, Банана играет на Ancient Operation, Муна, Брюмастер отправится в мид, Хау на Вивере будет фармить, Саншенк меняется с Ксяо Эйтом местами, и Ксяо будет играть на Алхимике, а Саншенк забирает себе Earthshaker. Ну, по расстановке лайнов тоже ситуация достаточно интересная, независимо от того, как игроки станут на лайны. Максимальная концентрация персонажей, насколько я помню, все-таки будет на мидлейне. Очень часто будут приходить туда саппорты, и не только саппорты, и оффлейнер смещался на мид. И попытки забрать массово товара на каждом из лайнов, все это принесло свои результаты, и по большей части... Для команды Ньюби. Команда Vici в этом не так хорошо преуспела, поэтому и по денежкам в итоге International номер 4 не очень преуспела. На фоне команды... На фоне, конечно же, команды... Ньюби. Ну а так, в принципе, Vici Gaming. Почему бы и не добавить их в список серьезных победителей? Vici Gaming выиграли столько денег, сколько не выигрывал ни один победитель International. До этого, то есть за второе место давали в два раза больше, чем предыдущие два раза за первое. Можно было 13-12 год выиграть и тот турнир, и потом всего лишь занять второе место на International под номером 4, и при этом за второе место получить больше, чем за победы на двух предыдущих. Ксяо Эйт на Алхимик. У него есть Тапок, у него есть Танго, у него есть Кларити. И в сложную линию Ксяо отправляется, по-моему, при поддержке Шейкера. Ну, несложно для Ксяо здесь отстоять, в принципе, хардлейн, потому что большинство фарма, вот как раньше Брюмастер олдскульный выфармливал Эншентов, так же и с Алхимиком. Acid Spray и... Стакаются эншенты, потом эти эншенты точно так же под этим Acid Spray'ом и забираются, и деньги капают алхимику, в общем-то, пассивно. Такой себе МММ небольшой вложил, и сиди и жди, когда тебе просто накапает на твой счет. С единственной разницей, что здесь деньги-то все-таки реальные, и они возвращаются. Ксяо в инвизе, он пока не палится, супера видит. Ну и супер теперь видит Ксяо Эйта, настреливает по нему. И Вайпер здесь в соло, и стоять ему против даблы из Шейкера и Алхимика. Ну и Саншенк не спешит, в принципе, у нас закрепиться за какой-то линией. Оставляет нормальное, в принципе, нормальное место для фарма Алхимику. В соло стоять против Вайпера Алхимик может. Да, придется покушать танка, да, придется поотпиваться, но при этом герой, в принципе, через Acid Spray, через стан достаточно неплохо фармит. И если на него нападают, то и безопасность свою организовать может за счет сильного и долгого, что очень важно, стана.
Вот, Му отправляется на мидлейне, отправляется на брюмастер. Опять брюмастер, опять на миде, и брюмастер на миде выигрывает. Выигрывает. У Му сейчас 6 на 2, у Сайлора 6 на 1. Вот, дальше дела будут у Му поинтереснее, чем у... вообще номинального как бы керри команды ВГ. Почему, зачем ставить его на мид, непонятно было. Как и непонятно было, например, в ситуации с Нави против Cloud9, зачем хвосту в руки вообще давать брюмастера или давать кого-то, кто... На ком нажимать по 3, по 4 кнопки. Еще и мышью или табом выделять разные части этого героя. И в вопросе брюмастера тут хвост, по-моему, немного подзапутался. Но это дорогого стоило команде Нави. Я думаю, еще тогда они этот вопрос обсудили. Они обсудили, а много кто из комьюнити этот вопрос просто обмусолил, потому что говорили об этом много часто. И вот лично из моих знакомых там недовольство было, что на брю должен играть игрок, у которого пианинные скиллы игры в доте, пусть играет он. Вот, а тем, кто всегда играл на керри, отдавать нет смысла данного героя. Nature's Prophet отлетает у нас на ФБ. Забирает Nature's Prophet у нас команда Ньюби. Справились достаточно быстро. Банана, Хаос, Аншенг. Ну и первый фраг у нас для... Для Саншенга. 1-0 начинает у нас Шейки. По фарму команда Ньюби. 750 впереди. По экспириенсу 600 они впереди. Ну и Роти Кей здесь немножко подсдал. В это время Ксяоэйт как там себя чувствовал. Ксяо, это 4 фрага, 4 крипа всего. Всего-то 4. Плохо, очень-очень плохо. И ничего тут не настакали, и не настакают, потому что стоит здесь Сентри Варты. Понимала команда Вичи Гейминг, к чему вообще ведет у нас Ксяоэйт. Поэтому Ксяоэйт без проблем перемещается со сложной линии. Займется здесь стаками одних крипов, вторых. Будет фармить, и все у него будет великолепно. И, кстати, мальчики и девочки, прошу заметить. Наказали вас на сложной линии, вы отправляетесь спокойненько себе в лес и каточку побеждайте. И это возможно, это не критично, с этим можно справиться. Это возможно даже в гранд-финале International, как демонстрирует у нас дичайший кэп команды Ньюби. По фарму. Ньюби впереди по-прежнему. Они немного тут приостановили свое преимущество. Но потому что Ксяоэйт в это время гуляет. Ксяоэйт пошел, забрал еще крипов. И все, и возвращается на линию. В это время Супер продолжает фарму. Супер уже почти шестой левел. Никто ему не мешает. У него второй крипстат на карте. Немного уступает только Сайлору на миде. И Сайлор потихоньку, понемножку, но все-таки догоняет Му. У Сайлора уже почти такой же, как у Му Крипста. Вот вам и пожалуйста. 14-й International вообще, лично для меня, выбился из общего списка International. То есть был первый, второй, третий. Тут 4-й International пришел. И я к тому моменту привык, как зритель. Тогда еще как зритель я привык к достаточно простой в понимании доте. Такой доте, которая просто по скиллу мы сильнее, мы вас наказываем. Вот командная игра тоже, в общем-то, была видна и понятна. Здесь, когда Vici Gaming и Ньюби начали творить чудеса, разбирать и разбирать приходилось. Пики странные, как по мне, были на тот момент. Реализация тоже странная. Использование героев еще страннее. Какие-то мелкие, незначительные артефакты, которые складываются в сумме и дают вот такой вот огромную массу всякой мелочи, которая доказывает, что мелочей не бывает. И команда Ньюби вот в этом действительно преуспела. Понабирали тогда героев, мягко говоря, не очень, которые мне казались. И при этом получили результат необходимый. Смотрите, все достаточно пассивно. До 5-й, до 6-й минуты выходов не было, только сейчас. Готовится выход у нас на Ксяоэйта. Прилетает сюда Роти Кей. Ксяоэйта здесь, в общем-то, должны наказывать. Наказывать без проблем. Ксяо развалили. Он, правда, выбросил еще и колбу перед смертью. И все, на этом он закончился. Му тоже решили навалять здесь. Му успевает у нас провязать Primal Split. И на таком лоу хп диком, что страшно смотреть. В итоге команда Ньюби не теряет своего мидера. Мидер у нас на... Сколько? Посмотрим. 26 хп, да, остается у нас у брюмастера всего-то ничего. И при этом команда Ньюби забирает трех героев коллектива Vici Gaming. Пришли вроде бы и ганкнуть, а сами
от этого ганга так много зла получили, что непонятно, как дальше вывозить вообще все эти... все эти процессы. У Сэндкинга ситуация просто печальнейшая. Фенрир только сейчас начинает получать экспириенс на 7-й минуте. До этого Фенрир, ну, вы видите, как выглядит второй левел. И все, приходит Сайлор, и Фенриру здесь уже делать нечего. Вот он, бедняга, и вынужден ходить по лайнам и где-то что-то пытаться подфармливать. Сэндсторм тогда был. То есть Сэндсторм тогда уже дэмэджа наносил приличное количество. Вот Фенрир хотя бы таким образом мог себе позволить хоть на что-то выфармить. Тут в вопросах реализации Сэндкинга, вот в вопросе вот этого вот стояния в лесу. В вопросе стояния Сэндкингом в лесу, эта ерунда началась в 2014 году, конкретно на Интернешнале, чуть-чуть пораньше него, ну и к Интернешналу развитие это все получило. А потом это прям мейнстримом стало в дальнейшее время. Вот, Сэндкинг обычно вроде как и не использовался как лесник, а тут, когда изменилась дота, когда очередное обновление вышло, и стали понимать, что 100... Сейчас у него сколько тут? Да, 100. И тогда... А, нет. Современная история. Ну, короче говоря, и тогда, по-моему, было 100 дэмэджа за счет 4-го Сэндсторма. Естественно, с крипами это позволяет себя на «ты» вести. То есть в лесу Сэндкинг мог выфармливать без проблем. Был Фурион, который обычно у нас там в пабах стоит в лесу. Был Дум, который, конечно же, тоже в лесу. И Лондруид, например. И Найкс, который в лесу. Но чтоб Сэндкинг был в лесу, ну, это извините, это... Это дикость какая-то оказалась до 2014 года, а тут... А тут вот, пожалуйста, тут Дота сама все решила, где какому герою стоять. Ну и, естественно, профессиональные игроки первыми сориентировались и начали использовать героев по назначению. У Ксяоэйта уже есть хедресс. По фарму у него 11 на 0-то всего. Четвертый левел поставили в сложную алхимика. Алхимик, по идее, ничего не выфармливает. Ну и непонятно, кто вообще эту игру будет вытаскивать у команды Ньюби. Что вроде алхимик не фармит, вроде и ему там не сильно фармит, и Саншенг четвертого левела. Ну а дело в том, что так вот в общей массе фармят все. По чуть-чуть, понемногу, но все фармят, и слабых звеньев у команды Ньюби в данной игре не окажется. Супер, 8-й левел. Хао в это время тоже 8-й левел. У Хао уже есть Ring of Aquila, есть ПТ по нетворсу. У него первое... нет, у него третье место. У Супера первое, но у него и по крипстату первое место. 60 на 20 у Супера. В общем-то, достаточно уверенный крипстат. Даже несмотря на то, что герой стоял в соло, и никто не занимался тут отводами, никто не занимался харасом на линии. Он сам со всем справлялся, ну и... Очень даже неплохо. Коррозив скин прокачал Вайпер на максимум. Он понимает, что если на линии ему не мешает фармить, то законтролить крипов-то он без проблем сможет. А если вдруг кто выйдет ганкнуть, то коррозив скин и наличие меки уж точно его вайперью задницу спасет. Так не случилось, к слову, но это я так. Это я немного вперед забегаю. Сяои рядом с Тавером. Уже здесь Му. Му уже влетает у нас на Супера. У Супера есть мека. Меку-то Супер проюзнет. Супер у нас вроде как и фуловый. Плюет на Ксяоэйта. Ксяоэйт должен, по идее, развалиться. Ксяо отправляется в таверну. Но и Супер отправляется в таверну. И размен, мягко скажем, неравноценный. Еще и Хао забирает у нас Вайпера. Получает за него деньги. Подбрасывают ветра Ротикея. Ротикея отсюда не выпускает. Размен 2 в 1 в пользу команды Ньюби безусловный. Ньюби начинают давить теперь уже на всех линиях. Вайпер... умирает второй раз. Вайпер, который мейн керри команды Vici Gaming, которого поставили в легкую, которому доверили важную миссию собирать главный артефакт для файта на ранних минутах. Вайпер его собрал, а вот кроме этого артефакта, в общем-то, пользы нанести принести своей команде не может, потому что контролит его команда Ньюби вот на 5 с плюсом. Ну и вы видели, я думаю, как Му контролил своего Брю. Одного в ветер, второго в стан. В это время мы все вместе разваливаем башку Вайперу. Получилось все очень ярко, интересно, и команда ВГ просела. 2-8 по фрагам, 3000 экспы в пользу команды Ньюби, и по экспириенсу 1300 тоже для коллектива
Ньюби. Ну, это не то, в принципе, что я хотел вам конкретно, на чем бы хотел акцентировать внимание. Чуть попозже будет следующий матч. Он будет показательным в вопросах раннего пуша. Здесь Ньюби просто классно дрались. Вивер на ранних левелах, о чем я уже говорил, может, в принципе, без артефактов обходиться. Без артефактов обходится у нас Брюмастер, разве что даггер для хорошего врыва. Ну и все, и дерись до той, собственно, точки, которая для команды соперника станет точкой невозврата. 2-8 пока еще не так, но близко, собственно, к этому. Ньюби 1000 по голде, 3000 по экспириенсу. И перемещаются во вражеский лес. Фарм уже у соперника отбирают. Линии пушатся команда Vici Gaming, поэтому здесь есть кому и чем отфармливать. Банана 8-го левела. Так, поймали у нас супер. Супер проюзал Меку, просто чтобы чуть-чуть как-то продлить свою жизнь. Ну, на этом, в принципе, супер у нас и закончился. Xiao 8 здесь просто мальчик для битья. Химик все, что может, это использовать Меку и верить в то, что его команда не погибнет. Так и случается. Xiao 8 здесь нужен как хороший такой живучий персонаж, который пока что роль санитарки выполняет. Прыжок у нас пошел от Фенрира. Подкоп по Хао. Хао тут же отдает киллинг спрестрик. Ну и вот опять здесь Мури. Смотрите, одного сейчас застанет, второго поднимут ветра. Сайлер у нас перекачивается в силу. Сайлера вейформа нет, потому что он всю ману слил на перекачку. И теперь Сайлер у нас отъезжает. И Сэнд Кинг единственный, кто здесь из этой парочки выживает, но на дичайшем лоу хп. Счет 10-3. За Хао забирают Сайлер. Хотел я посмотреть файт рекап бы... За кого здесь больше платят, за Хао или за Сайлора? Мне кажется, за Сайлора немало заплатили. В принципе, мидер и мидер фармящий. Но в это время Вайпер забирает Ancient Operation. Один тавер потеряла команда Ньюби, кстати. А игроки команды Vici Gaming еще ни одного тавера не потеряли. Ньюби просто лучше дерется. Хао прилетает сюда, и все телепорты на одну и ту же вышку. И будут эту вышку дефать. И вышку, точнее, не задефали, а вот файтиться здесь будут. Эхо слэм пошел от Шейкера. Мистик флейр от Эфвая. Саншенко отправляется в таверну. Хао у нас уходит в таймлэпс. Хао отсюда уходит. Ульта аппарата. Ульта аппарата цепляет и Фенрира, и Эфвая. И прыжок от Му. Здесь что Фенрира, что Эфвая без КП в принципе оставляет. Ну и Xiao 8 уже здесь. Максимальный стан супера. Понятно, что здесь все по таймингу, все очень даже так с контролем в порядке. Ну и дальше ему супера просто не отпустят. Еще один удар по суперу. Супер отправляется в таверну. Минус 3 делает команда Ньюби. Счет становится 5-13. На один фраг команды Ньюби. Точнее, на один фраг команды Vici Gaming Ньюби отвечают тремя фрагами в свою пользу. Ну, здесь просто такие хорошо жирные герои. Вот, пожалуйста, ПТ только есть у Брюмастера, у него уже 1400 хелспоинтов. Почему его не брать всегда на мидлейн, не ясно. И стоял он против хорошего, жесткого керри с нормальным ренджом атаки, с возможностью фармить на ранних левелах прилично из-за, я думаю, понимаете, из-за перекачки, из-за вейвформа, который массово позволяет фармить, из-за большого демеджа с руки благодаря перекачке. То есть фарми не хочу, и эскейп есть, и демедж большой есть. А нет, в принципе, Брю не так-то и уступает у нас Сайлору. И драться Брю может гораздо раньше, чем это может делать Морфлинг. Что вообще, кстати, отличает мету вот этого матча от современной меты? Почти не вижу Морфлинга в 2015 году, вот к середине его к Интернешнлу. И практически не вижу Фуриона. Очень мало Фуриона, если это только не Адмирал Бульдог. А если это Адмирал Бульдог, то он недолго длится, потому что команда Alliance сливает. Может быть, и не просто так я не вижу Фуриона. Может, он и правда уже не айс вообще в этом году. И аганим, который ему сделали, это такой себе аганим, который просто дополнительный фарм дает сопернику. Что, Xiao 8 подкоп здесь от Фенрира по Xiao 8. На Му напали, у Му есть Primal Split, и Му постоянно на лоу хп юзает Primal Split. Он впитывает в себя максимальное количество дэмэджа, юзает Primal Split, а дальше просто беги от него, потому что он будет с тобой разговаривать
очень жесткая фая, тоже забирают. И у Брюмастера остается 300 хп. Правда, никого из соперников уже потом не останется. Так что Брюмастер может позволить себе файтиться достаточно долго. Брю отправляется в итоге в таверну, а погоня за Фенриром. Фенрира развалили, Фурион через ульту надамажил команду Ньюби неплохо, но размен пока что 3 в 2. Сайлора будут, возможно, здесь еще и загонять. Саншен. Недалеко Сайлора, скорее всего, раскатят. Прилетает сюда Роти Кейк. Вся Уэйд уже имеет приличное количество хп регена. 80 на секундочку. Это дичайшие проблемы. Вообще попробую развали его. И вся Уэйд дерется со всем и каждым. Вся Уэйд в итоге помогает развалить Эфлая. Помогает развалить у нас Скайра с мага. Сайлор тоже не проблема для него. Ксяо отсюда улетает. Саншенг, скорее всего, своими силами не улетает. Фиссура еще от Саншенга. Саншенг в итоге здесь и остается. 8-18 становится счет. Но команда Ньюби все равно в плюсе. Как по голде, так и по экспириенсу. И посмотрите на сборочку алхимика. Тоже ни тебе ДДшник, ни тебе саппорт, то так толком и не поймешь. Фейсбуцы для того, чтобы в соло драться. Медальон тоже, чтобы в соло драться. Может развернуться, бить руками. Может отходить и отхилить команду. Все что угодно может. И деньги ему капают, а Клейте выходит он в дэмэдж серьезный. Не знаю, правда, почему из меты алхимик вышел, мне, например, непонятно. То, что аганим на алхимика сделали, аганим мне почему-то кажется немножко нелепый, вот сам по себе, потому что если для профессиональной игры, то маловато, если для пабов, то в жизни никто ни на кого не будет алхимиком бросать аганимы. То есть самому нужнее, а самому он как бы и не нужен. То есть это такие какие-то альтруисты должны играть в твоей команде, которые для тебя соберут аганим, а сами по себе будут просто-напросто гибнуть. Ситуация сомнительная. Добавили, лишь бы добавить. Очень быстро справились с Рохой игроки команды Ньюби. Роха для них, в общем-то, был удобен. Муна, лоу хп. И Муна с Primal Split наконец-то таки не успел проюзать. На Хао здесь уже наплевывание началось. Хао дальше за Ротике. Вот Ротике он может забрать, конечно. Тем более под Chilling Touch'ем. Дэмэджа у Хао предостаточно. Ну и настреливает дальше Хао. Хао в инвиз уходит. У Хао есть Эйджис, если что. Ротике Хао забирает. Ксяо Эйд. Стан пошел супер. И свормы на них же. И теперь проблемы колоссальные. Если спрей сейчас ляжет от Ксяо Эйда, и драться с ним вообще нет смысла. И Хао на лоу хп. Эйджис он так и не потерял. И Хаслэм от Саншенга. И Сайлор в таверну. Просто расковыряли игроков команды Vici Gaming, потеряли только Мур, разменяли на троих по фарму. Хао тут просто превзошел вообще все ожидания. 9700 у него сейчас, это при этом, что счет 9-1, при этом, что он не умер, что он не потерял Aegis в данном файте, что он может еще и... Пожалуйста, он уже может топ спокойненько фармить, он этим и занимается. Ну и Линкен Сфера не даст возможность просто так слиться у нас Хао. И на 20-й минуте почти 16-й левел. Как с ним драться? Пес его знает. Молочага. Тут он, конечно, действительно отыгрывает просто на 5 с плюсом. И вообще, кстати, все говорили после финала International 4-го, что, мол, что это за International вообще такое, что это за финал. Я его вообще даже и толком не запомнил. Вот я смотрю сейчас его заново, открываю для себя и понимаю, что я-то его тоже толком не запомнил. Я помню, что было быстро, было стремительно и было как-то немножко скомканно. Но сейчас вот. За прошедший год, пересмотрев триллион матчей, перекомментировав пол триллиона матчей,
Я понимаю, что не все так и просто было со стороны команды Ньюби. Здесь вот очень тонко играла команда Ньюби. Очень тонко играла на, как я люблю выражаться, просто на соплях таких диких. Когда остается такой жуткий лоу хп Брюмастера, и он в 95% случаев Primal Split юзает вот уже на последнем хите, который в него летит. И все нормально, все по таймингу в итоге. И тогда в итоге разваливает команда Ньюби своих соперников целиком и полностью. А потом возвращается Му. Му возвращается на лоу хп, потому что на лоу хп в Primal Split уходил. Но при этом-то бить Му некому уже. Все остальные, все соперники к тому моменту мертвы. Ну, это скилл, тут ничего и не подумаешь. Ну и что приятно наблюдать. Команда Ньюби этот скилл понимала, осознавала, не знали, в каких ситуациях они сильны, в чем они сильны конкретно, и постарались максимально это использовать. Ну, тут только поучиться этому стоит. А то, что кому-то было скучно смотреть этот гранд-финал, это, в общем-то, не определяющий фактор. Много каких гранд-финалов скучно смотреть. В любом виде спорта обычно у нас финалы — это скукотища смертная. То, что Na'Vi и Альянс в 2013 году задали такую вот планку шоу гранд-финала, это, наверное, скорее исключение, чем правило. Потому что Na'Vi и Альянс просто сами по себе, как бы, ну, 7 пятниц на неделю, и без печали они, и просто как бы неконтролируемая вообще команда. Команды классные, яркие, но команды, которые всегда идут в обход правилам, понятное дело, что они там должны были размениваться тронами, иначе смысл был вообще встречаться им вместе. Что, игра продолжается, Ньюби по голде. 7500, так, кстати, поймали у нас Фенрира, или кто еще кого поймал. Фенрир здесь на лоу хп, Фенрир уходит у нас в инвиз моментально. Команда Ньюби юзает центрик, и Фенрира, и Эфая, ой, Саншенга, точнее, нет, Саншенга, какого Саншенга, Фенрира и Эфая на Скайрос Маге. Команда Ньюби отправляет в таверну. 10-27 становится счет. Ну, они вроде бы и не идут в какой-то серьезный стремительный пуш. Но при этом они так сильно давят своих соперников, что могут себе, в принципе, позволить пока что в пуше не идти. Деньги и так зарабатывать. Хао просто заходит на хайграунд, при том, что Т2 стоит. Хао зашел на хайграунд, ушел в таймлэпс и закончил эту погоню. Не сейчас, так попозже. Хорошо, я за тобой еще вернусь. 4000 на руках у Вивера. 4000 налички. Круто, круто, круто. Ксяоэйта сюда. Здесь куча пачек крипов. Вообще, кстати, крипстат меня интересует в данном матче. На 24-й минуте у Вивера 153 крипа. Ну, неплохо, близко даже чуть ли не к идеалу. Это при том, что у Вивера, посмотрите, количество киллов. 10-1-8. В 18 фрагах участвовал Хао. И при этом еще и топ крипстат. Ну, короче, тут Хао прям затащил каточку 100%. Че, чужих крипов подворовал. Ну, оставил без еды команду Vici Gaming. Как, чем тут отыгрывать преимущество, тогда было непонятно, а сейчас так тем более. Ну, игроки... Если в данной ситуации игроки команды Vici Gaming игру затягивают, они стараются нафармить необходимые артефакты, чтобы маломальски можно было файтиться, то игроки команды Ньюби как раз эти артефакты такие выфармливают. И вот когда появляется БКБ у нас на Ксяоэйте, начинается массовый пуш. У Му БКБ есть, у Хао БКБ нет, при этом Хао имеет огромнейшее количество дэмэджа, у него есть Линкенсфера, у него таймлэпс есть промакшенный, так что Хао может себе позволить много. Команда Vici Gaming идет в ответную атаку. Решили кого-то здесь поймать, полетели голуби за Му, Му просто-напросто отсюда уходит. Ну и что, и Ньюби никуда не деваются. Ньюби пока тусят здесь, Ньюби сами провязали смок и показывают команде Vici Gaming, как это надо делать. Тут вообще такая ситуация, что после матча против ЕГЭ от команды Vici Gaming Ньюби как будто просто учили коллектив ВГ, как можно было быстрее победить ЕГЭ этими же методами. Тут пушер пушера перепушил. Супера ловят.
Супер отправляется в таверну. Это факт. Минус 3 делает команда Ньюби. Ну, тут, собственно, ситуация уже достаточно ясна. По золоту выигрывают ВГ. Огромное количество по X. О, Ньюби, точнее, по экспириенсу Ньюби тоже выигрывают приличное количество денег. И команда Vici Gaming просто перестраивается на следующий матч. И там их будет ждать что-то пострашнее, чем вторая катка. По итогу этого матча что мы можем сказать? Хао красавчик. Все, что я могу вынести. Вроде бы команда такая была на какой-то массовый основательный файт. Вот с такими скиллами, важными дамажищами. Все это должно было освободить время для фарма Виверу. Но Вивер успевал тут на два фронта работать. И фармил, и при этом файтился. И файтился, как вы видите, по показателям лучше всех остальных. Причем в разы лучше. Ну, тут уже как бы теперь вопрос следующий, который надо осветить. У нас сегодня, еще раз напомню, для тех, кто подключился, последний день записи на турнир, который ожидается 18 и 19 июня, который мы будем проводить в рамках нашего канала на Твиче, и который мы будем освещать на всех наших ресурсах информационных. Турнир по доте, турнир аматорский, турнир для участников нашей группы ВКонтакте. Записывайтесь, переходите по ссылке, она в чате у нас постоянно публикуется. Там регистрируйтесь, не регистрируйтесь, а просто записывайтесь на турнир. Это очень просто, вы просто оставляете свой комментарий с плюсиком, и мы обращаем на вас внимание. Дальше мы делим вас на команды, и дальше эти команды идут к победе. Ну и все организационные моменты описаны там же, в группе ВКонтакте, на стене, в обсуждениях. Всю информацию вы легко найдете, почувствуете себя настоящей звездой реально крутого турнира. Он будет первый для нас, может быть первый для вас, но постараемся провести его максимально качественно и ярко. Уже там много команд, у нас уже 1/8 имеется, уже 16 коллективов, огромное количество мистикалов в плане приза будет, ну, почему бы и не играть? Тем более, будет что показать и друзьям, и соперникам своим, и тиммейтам. Знакомьтесь, находите новых друзей, новых партнеров по команде и ведите их к победе. Все, ребят, 2-3 минуты, перерыв, и возвращаемся на третий матч Ньюби против команды Vici Gaming. Матч прямиком из 2014 года, и это уже будет третья часть нашего 5-го выпуска RTRTI Retro International на Игрокам ТВ. До связи.